все хорошо. Мы просто увозим коляску на ДК, я на ней поеду. Да, Дениска? Да. Все хорошо. Чек. Ты холодно, когда не идешь. Да я теперь взял потеплее, чтобы было. Говорила, короче. Нахуй бог, говорит, дал на телефон. Поэтому у меня искали номер такого. Мы находимся в кальянной Баймаркет. Вот это кальянная. Да, это мой араш, блин. Расскажи, что ты делаешь, я пока не показываю, что именно. Сегодня я делаю подарок своему другу. Ему исполнилось 18 лет. А я ему должен бабок и думаю, что... Бабки не очень дарить будет. Делаю ему кальян без кальяна. Это колба арбуз. Ананас будет этот... Труба. Шахта. Труба, блин. И из помела сделаем чашу. Не знаю, как это получится, правда. Потому что я даже не помню, какой на вкус это помело. Я помню. Да? Да, очень вкусно. Но только ей быстро надоедает приторный вкус. Угу. Из табака у нас сегодня Щербет, Ксотик Лайм и Эрл Грей. Такая тупая, так смотри. Чё ты там сказал? Ещё. В колбу зальём, кстати, этот арбузовый сок, который вытечет с мякоти. Блин, мы вот забыли сок купить, я думал ещё какой-нибудь... Да. Сок из помело есть сок? Нет. Помело. Ну, в смысле, не продается именно сок, а из него можно... Давай. Его никто не будет пить, потому что он горький. Оно горько? Ну, так-то уже нормально. Ем я тут арбузик, и тут Макс что-то нашел вот эту вот... Многоножку. Я на нем катался вроде. Да. Серьезно? Да. Че, я же его делал? Ты его купил или додумался до этого? Понятно, додумался. Никто, кроме тебя, вот не додумался до этого. Ты смотрите, какие-то. А сделано из гладильной доски, да? Нет, из этой мы из этого, короче. Это вообще это мы щенкам загончик делали, когда. Вот, Макс его сделал. Всё? Могу вырубать? Нет, сейчас мы сделаем дырочку. Сейчас мы сделаем еще одну. Я его не знаю. Мы гараж снимаем просто, блядь, наполам с хачом с этим. Пал-полам. Тогда я не ложу на какой дыре. Так, а ты скажи, Барри, на какой? Ну да, вот кейс будет табак. А потом без бабок и без этого. Давай тоже вместе ложим десятку. Так. А, блядь, а у меня есть деньги. Пытались украсть, но, по-моему, сделали еще хуже. Бля, вкус, конечно, я выбрал тоже такие. Как погуляла Кристина? Хорошо покаталась на скейте? Нет. А смотрите, как у меня палец опух. По сравнению вот с этим, с мизинцем. Класс. Ну, хоть лицо цвело.
Я так лицом прочертила, у меня вот так вот губа по асфальту, так вжух. Охуенный скейт. Я его еще пнула, когда упала. И большой палец ноги сидит. Отбила. У тебя педикюр не клевый. Очень сильно. Я тебя сейчас поебал, да. Почему тебе смешно? Мне больно. Ну ты улыбаешься и так. Я тебе сейчас поебал, да. Кажись мне. Стой, мне штаны спали. Ой, блин, как... Мне сюда еще подтяжки, будет вообще офигенно. Мне почти как раз. Так, а вот насколько я похудела, если хотите узнать, как... Если что, у тебя в зеркало было видно. Так, продолжим. Это моя система похудения. Ты не ешь вешалку, блядь. Да. И вот, посмотрите на мой результат, я добилась этого сама. За 2 дня? Да. Кто, кого интересует, в комменты. Хотя... Не, реально, они офигенные. А как моя попа? Блин, как раз. Закрывай. Все так их не снять. Ты ж кроссовки не снимал. Тогда нафиг. Всем привет! Мы решили поснимать. Мы, короче, в Питер приехали. Думали сегодня собраться с друзьями. Но там, ну, не получилось. Ладно, соберемся завтра. Сегодня мы ни хрена не делали. Пытаемся гуляли, погулять. Гуляли, кушали, все. И все. Да, вот сейчас гуляю по Макси дому. И Кристина увидела эти... как их называют там? Короче, куда коньяк переливаешь? Ну, да, из обычной бутылки в такой... Ну, типа дом, графинчики. Да, вот графин. Да куда ты ходишь? Пошли дальше. И, короче, Кристина такая, а может такой, в смысле 5000, Паш, да пошло, ну не хочу. Это вообще абсолютно не так сказала. Да, я уже забыла. Да, просто там... Мы смотрим такие, я такая, такое хочу, нет, такое хочу, а потом такое, 5000, до свидания. Не хочу. Это очень дорого для такой херни. Ну да. О, выше мебель. Пойдем? Или вернемся обратно? Обратно, мелкую хуйню. Ай! Че, обалдел? Слишком легкая такая. Прикольная. Никогда не понимала, какие штуки. Вот смотри. Стакан. А. Удобно их, блядь, мыть будет. Мыть? Да. Ну вот мыло туда залезешь, заходишь в другое мыло и, короче, такое. А зачем мыть там? Какая разница, какое мыло? Ну не знаю. О, вот это клевое под мыло. Ну да. Вот класс. За 500 рублей. Ой, за 400. Ну что-то вообще максимум. Да, очень дорого. Мы просто зашли сюда, потому что была реклама, то, что какие-то баночки 15 рублей. Просто мы такие, банки, блин, обычные. Это ты, ой, там крышки 5 рублей, что? Для слива. Так нужны, ты же заготовок столько делаешь, моя хозяйка. За огородом слив. Это просто 5 рублей можно и купить, даже если не нужно. Это вот ты от меня взяла, когда я мыло покупал. Помнишь, по акции за это, за 7 рублей? О, мыло. Я им так и не пользовался. Хоть знаешь даже, где оно? Вроде в ванне валяется. Случалось много моментов, пока мы гуляли, смешных, и я такая, блин, почему мы не снимаем, но решили снимать очень поздно. Еще и сегодня 2 часа рисовал ногти, они все стерлись. О, господи. Помнишь малиновую наливку? Да. Вот сюда ее. Ага. Она, кстати, косарь стала. Да ладно? Да. Вот такая косарь, а вот она с чего она вообще? Стекло, кристалл бонемия. Хрусталь, а там что? Ну... И тут, а тут стекло, пластик. В общем, мы на Кристовском острове. Да, может быть. Сейчас посмотрим. Не 500 рублей за человека. Ну, сейчас посмотрим. Бля, вот на американский банк я бы сходил. Я тоже. Мы бомжи, поэтому мы ходим до 9 часов, пока не будет скидок, чтобы поменьше бабок потратить. И смотрим на белых. Хоть показала?
to share. So I stop everything. Yeah, I pull on my shoes. Крестовский перекрыли. Сначала технический перерыв, как они, конечно, сказали. Ну, там у людей все сумки досматривают. Сначала, когда их пропускали, а потом вообще закрыли. Маршрутки там лучше вообще не садиться, потому что там очередь. Там маршрутки вот так вот ездят. Мало того, что там очередь, так еще и добиться целиком. Да. Поэтому мы решили пешком пойти до Чкаловской. А потом поехать к нашему дому, покушать, переодеться к Кристине, волосы намыть. О, смотри, какой мерс! Я Кристине сказал, что я не хочу идти в системе, поэтому Кристина пошла против системы. Давай, дебил. Я тоже. Кстати, там нормальный туалет был, там прямо вообще нормально. Очень хочу. Да? Короче, мы сели на шейкер. Это просто жесть. Мы сначала приехали на Дивоостров, чекнули, что после 9 будут скидки. И потом такие, так, поехали домой, я помою голову, покушаем, все такое, и поедем. Ну, бля. Короче, 8:30, Макс такой, ну что, пошли? А нам ехать час до этой фигни, то есть уже было, то есть сейчас уже 9:30. Мы купили тут очереди все по 2 часа, как нам сказали в кассе, что не берите сразу. На жесткие. Да, на те, которые вот типа катапульты или бустеры, не берите, потому что там по 2 часа типа будут. Мы взяли на шейкер и на катапульту, в общем. Да, если успеем на бустер и на колесо обозрения, было бы замечательно. Можешь вместо бустера колесо обозрения просто и все. Да, надо смотреть по очередям, поэтому сейчас будет такая тошниловка. Если я смогу снимать, я сниму, но тут вроде... Нельзя, я думаю, надо держаться. Да, мне кажется, стоит держаться. Вот, это все раскачивается, и это уже начинает раскачивать, как только нас прикрепят. Вот, так что да. Мы, конечно, поздно спохватились, надо было в 8 выходить из дома. Да. Тогда мы много успели. Даже, я думаю, все, что мы хотели. Я хочу в туалет, очень сильно. Так что вот так. Настроение такое не то, чтобы типа поскорее покататься, а лишь бы все успеть. Как-то даже... Просто. Нет. Короче, вот, ладно. Мы сейчас поедем. Так, вот мы пришли на долгожданную катапульту. Ну да, катапульту. Максим очень боится, я как-то нет. А что, это... на колесо мы не успели, да? А, на я колесо не, я сходила, оно такое интересное просто. Так волнуется. Сейчас покажем. Да, сейчас. Это катапульта, это просто самое невероятное, что вообще... Сейчас бустер будет, подожди. Да, бустер, говорят, страшнее, еще сильнее. Я каталась 2 раза на 3-й раз, это невероятно. Тебя просто пускают, и у меня реально голова так сильно закружилась. Ты просто видишь дохуя всего. Пол Питер. А потом ты просто вниз смотришь. И это настолько стрёмно, блядь.
Это так офигенно, это просто невероятно. Не видно, конечно. Будет видно. И вот там люди. Забоялся? До свидули. Сейчас вот эти самые карты. Он убежал. Лёха, ты как? Джеронни. Я не хочу его слушать после бустера. Блять, блять! Так вот, на шейке. Бутка! Снимаешь? Да. Знаю, дай билет. Так, мы забрались на колесо обозрения. Мы сейчас на самом верху будем. А, уже вроде. Ты допил? Ох, как красиво. Ой, давай раскачаем. Нет. Зай! Да не буду я, тихо. Глаза.